Итак, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и мы сейчас поиграем за такого бойца, как Макс Холлоуэй. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, а также не забывайте то, что мы с Денисом продаем лучшие гайды по UFC 4, ссылку на нашего телеграм-бота оставляю в описании. Ни одного плохого отзыва, охренеть, устройство отсоединено, такого не должно быть, оно подключено, наоборот. Короче... Ссылочку на телеграм-бота оставляю в описании, переходите, пользуйтесь, вот, на телеграм-канал подписывайтесь. Сейчас мы поиграем с вами за такого бойца, как Макс Холлоуэй, только я хочу поиграть не в этом весе, а в полулегком. Так, ну чё, он берет Макса Холлоуэя, мы берем тоже Макса Холлоуэя, параметры вы все помните. У него слабые руки, скорость хорошая, но ударов, ну, мощности, да, ударов не хватает. Хорошая выносливость, жесткое здоровье, крепкое. Ромка Кинг. Чувак, который, если тебя выигрывает, он постоянно показывает насмешки, и он агрессивно играет. То есть он прям лупится. Джеб-джеб, бэкфист у него комбинация есть и так далее. Вот. Мы будем встречать его голову. Вот здесь, когда он тебя бьет. Здесь только самое... Вот, видите, я помню эту комбинацию. И сразу он, да, бьет. Он пробивает тем самым блок. И... Ну это похуй нам на это. Так, главное не лагай. На молчаночке. Так, я говорю, это просто агрессия, которую нужно выдержать. Holloway gets hit with a kick here. Let's see how he responds. All right, so a nice shot there defensively. To... Oh! He's in trouble. He's hurt bad. Oh! He's running past the strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Да я в ахуе. Я в ахуе. Я ему столько раз понапробивал в голову, и я... Ну, блядь, ничего не произошло. Видели, сколько раз я попал ему в голову? Бля, это просто шок вообще. Я в ахуе, если я проиграю этот бой. Я попал ему в голову, блять, ну я не знаю. Ну раз где-то 30 хорошо. Две гроги, то есть, ну да, два нокдауна, две гроги, если я не ошибаюсь, было. Right punches there.
Well, he continues to do a nice job here defensively protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume. His opponent sees the target, but he can't get to the target. So he'll continue to throw, and he'll continue to wear on his own gas tank. So 63 total strikes have landed for Max Bless Hollywood. Well, he's still connected. Нету грок, пацаны. Просто их нету. Strong bottom work here, staying busy. Back to the feet now. Just over 3 minutes to go now. Так, он блокирует наугад. Блять, я вообще все перепутал. Ебать, я клоун. Beautiful movement, hip work on the ground here, just outstanding with the transition. He is not staying in one place on the ground, and that's very important. All right, working inside the closed guard now. This is no safe place against this opponent. Under 2 minutes to go in our second round. Бля, я... Я даже комментировать это не буду. Gotta stay busy on the bottom. He's doing it here. Nice punch. Side control now. Man, isn't it fun to watch this dude work on the mat? He's unbelievable how fluid he is in his motion. No, God блокирует, парень. One minute to go in round two. Well, he has really picked up the pace here in round two. Much more aggressive than we saw in round one, and now starting to find himself in the pocket. Alright, he closes the distance, gets the single collar tie. Big kick land. Some nice power there with the left hook upstairs. Oh, nice elbow. Just misses with the jab there. Right hand punch. Couple of uppercuts there for good measure. У меня вообще нету силы и эмоций комментировать это, я не знаю почему. Ну это бред какой-то вообще. Чтобы понимали, у него здоровье головы на один удар. Кстати, есть локти. Total strikes have landed for Max. An elbow. Я не буду это комментировать, и я знаю его игру. Это клоун, который пишет всякую херню, оскорбления всем. У меня нет сегодня сил на то, чтобы эмоционировать. Вот. Я просто знал, с кем буду драться с самого начала, и поэтому там не нужно даже обрабатывать корпус, а там чуваку нужно просто голову вынести. Но Макс не обладает мощностью такой, чтобы, знаете, я раньше его вынес. То есть он уже сдох через блок. Я не знаю, почему раньше это не происходило. Ну, просто везет. Вот иногда везет в играм вот так людям, понимаете, и все. Ну, давайте сыграем за Макса Холлоуэя в этом весе. Он в этом весе имеет 4 звезды. То есть еще хуже параметры. У него вообще здесь ничего нету. Ну, то есть тот же самый Дастин Порье, намного круче. Боксер, у него там мощность удара за 90, у меня на 8, сколько, 84 или 85 здесь. То есть он в легком весе еще хуже бьет. Ну. All right, coming up next, what should be a good lightweight clash between Dustin the Diamond Poirier and Max Holloway. Так, будем играть против парня, против которого я когда-то уже играл. Три раунда. Well, it must be a big night at the UFC.
Бля, я думал, он играет. Big championship nights in this building. I remember UFC 214, three title fights on the line, a lot to be contested here. Да, это жестко было. Что он торопится с выводами? What history are you gonna make tonight in this arena where so many titles have changed hands? Nice loop and punch. Какой же кайф, блин. Ладно. Знаете, что я решил, что я буду делать с людьми, которые будут от меня бегать, вот так вот играть первым, вторым номером только? Я буду брать их в клинч. То есть я буду брать клинч и играть через клинч. То есть, по сути, ты бесишь их этим. Посмотрите, он у меня вообще не хочет идти. Чисто вот прижимаешь и играешь. То есть для чего тебе идти? Он тебя хочет контратаковать, такой он типа, да, классный бродяга. Будем его вот так вот. Вот видите, он начал агрессировать, когда ты к нему подходишь. Это хорошо для меня. Alright, so a nice shot there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be, and if you do that, most times you will block the shot that's incoming. Look at him working at trying to shut the liver down. Poirier gets kicked to the body again. Oh, big right hand, yes. Агрессирует теперь, видите? Видите, как хорошо это работает? Уже начал, видите, первым номером надо работать. Тише, тише, тише. Хорош, красава. Как вам от него первый номер? Качественный? Попадания качественные? Бать, уже борец, блядь. Качественный первый номер от парня. Качество. Качество — залог успеха. Качественный первый номер. Сразу видно, парень могёт. Нелегко, да, бегать, блядь, за соперником? Ха, охуенно вообще. О, господи, как же меня это все раздражает, когда вот люди думают, что они самые умные, но я реально вот для себя решил. Если чувак бегает при сближении, я буду всегда брать его в клинч. Всегда. И тогда сразу линейка игры у человека ломается. Зачекал. Продолжаем, продолжаем оприходовать его корпус. Хайкиками часто он бьет. Охуенно. Еще раз охуенно. Чувак еще умудряется удар сделать. У него уже корпуса нету, понимаете? Отходим и пробиваем. Accuracy rate in terms of strikes thrown and landed has dipped below 40%, 37% on the connection rate against Max Holloway. Не, бродяга, это мы видим. Look like it did stun him a little bit.
Ничего страшного не произошло. Красава. Давай, апперкот. Блин, мне реально сегодня сил нет вообще комментировать игру. Хотелось снять, поиграть. Но что-то вот я сел. А сил нету, короче, пацаны. Вы уж меня извините за это. А, ты уже устал, ну, блядь. Первый номер, потому что у тебя был прекрасный, братан. Первый номер. Качественный парень. Бля, как же начиналось вот эти вот увороты, уклоны. Ну, если он говорит респект, ну, и ему респект. Но игра у него, конечно, не сбалансирована. Я тоже не самый лучший игрок. Но когда люди начинают уклоняться и бегать только... Бля, я думал, это будет нокаут по корпусу. Я не знаю, почему они не вырубаются. Я сделал степ, если что. Жесть, сколько же нужно ударов по корпусу, чтобы вырубить наглухо. О, это просто капец. Я не знаю, что должно было бы произойти бы в реальной жизни, если бы чувак так получил. Я не знаю, во сколько я начинал поиск. Сейчас 17 минут осталось до конца веса. Я думал, блин, еще сыграю, наверное, за Арнольда. Да, дохера я сыграю. Александр Волконовский, блин, теперь тоже 5 звезд имеет. Волконовский, конечно, жесткий. И по выносливости вообще классный боец. За него приятнее играть, наверное, будет. Хотя у него руки покороче. Но натиск точно такой же жесткий. And Max Holloway. Рой Мустанг. Мустанг будет против нас биться. Давайте, у меня сегодня активность не очень большая в комментариях. Это был апперкот от него, я думаю. Теперь мы будем вторым номером играть. Как я не попал по корпусу, блядь? Что за бред? Как я по корпусу не попал ему?
Nice land with the knee. You see the taller fighter having no issue getting the limb to the target there. Watch single collar tie now. Hard shots landing on both sides here. Куда ты разгоняешься, чувак? And he caught the kick. We'll see what he can do with it. Oh, and he lands yet another knee. And sometimes it pays to be the taller fighter, DC. I know you can't necessarily relate. Volkanovski gets caught with that punch. Don't be afraid to get that head off the center line. So just over 20 total strikes have landed for Max Holloway. Good body shot. And now he's got that tie clinch. We'll see what he can do with it. Oh, Nightfall, the master of the transition. Nice scramble. Прилип, блядь, ко мне. Real nice body kick. Volkanovski gets caught by that straight punch. His defense has abandoned him. Как же хочется с левой стороны играть, блядь. Вы даже себе представить не можете. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. Oh, that was a big takedown. Is this the one that's going to break him? Oh, the ground and pound strikes continue to rain down. The opponent better move out of harm's way or the referee's gonna stop this thing. He better start to move, and when his opponent starts to posture, he needs to put his feet on the hip, push him away to try to escape this very, very dangerous position. Lands a strike now from the bottom. Nice work there by Holloway. All right, bottom fighter here, maybe looking to hip escape, DC. All right, he's got side control here, DC. You know, he's got a lot of different submissions in his arsenal once this fight gets to the ground. 30 seconds now to go in round one. Красава, блядь, просто лучший, нахуй. Вообще, я комментировать это не буду. Pretty good ground and pound by him here. He told us on Thursday he needed to be more effective in these situations. Certainly effective tonight. Many people have gone away from this style of fighting. This man has a... Голова у меня отбита, у него выносливости будет еще много. Вот. У меня, видите, мощи нет в руках. Поэтому надо на дистанцию играть. Round two is now upon us. Pretty competitive first five minutes, I thought. It's exactly what we expected. We expected. Тейкдауна будет делать. Видите, он стал в стойку. Let's see who really takes control as we go into the second round. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this one up? And now he's got the tie clinch. Holloway not having it. Oh, continuing to work the body to great effect. Misses with that punch. Oh, big left hand there. 48 total strikes have landed for Alexander Volkanovski. Well, 6 out of every 10 strikes roughly have found the mark, landing with 60% accuracy against Max Holloway. Я на молчанке сегодня, пацаны. Вообще нету сил, короче, прикиньте. And he landed the right hand there. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. Holloway gets touched by that kick there. Just misses with the straight right. Not there. Oh, single collar tie here. Ooh-wee! Ooh-wee, what a right hand by this young man. And look at the post on the opposite side to give himself the correct space to land. That's a perfect scramble right there. Beautiful transition. And he caught the kick. Oh, beautiful takedown by him there as he lands another one. He's keeping his stat. Пока все нормально. I mean, over and over, takedown attempt after takedown attempt. And the cardio. The cardio to wrestle that much is so impressive because his opponent is getting back to his feet, but he's got this ability to continue to chase takedowns. Working off of his back here. Looks like he may try to hip escape. All right, side control now. Oh, elbow to the head there by Volkanovski. Well, anytime you are in a ground fighting situation with this fighter, you're potentially playing with fire. Такой, конечно, дебил в этом плане, чел. And now the damage is about to start. Well, the body work's starting to take its toll. Look at the red starting to appear on his left side. Close guard. Oh,
his opponent squirming like a fish out of water now. The ground and pound is on point. This could very well be the beginning of the end. This could be the beginning of the end. We've seen some thrills get grounded by... Ему очень больно сейчас будет по корпусу пропускать. Volkanovski goes for the takedown here and gets it late in the round. All right, so he postures up here and now figures to rain down some ground strikes. Yeah, the ground and pound will be a plenty. Oh, rubber kick! What a round. Ну, блин, я не знаю. Я должен радоваться, по сути, соп-то неплохой, но... А я понимаю, что... Типа, я могу его выиграть. Спокойно. Но эмоционировать не могу, блин. Такая усталость у меня почему-то. Ебать, комбы пошли. Stuffs the takedown there. How good is his takedown defense? Volkanovski's uppercut is blocked. Looked like for a minute he had a window. Жесть, два перкота. А на что ты меня ловишь? Look at him drive his shin into his opponent's body with that body kick. And they separate. Ooh, big knee. Takedown defense holds up. Oh, that was a really nice takedown. Не знаю, сколько у него стамины, блядь. Trying to guard pass here, not today. No, it ain't happening. Good job understanding the transition. Well, the ground and pound is there once again. Strong work here by Volko. Качественная игра. Расскажешь, блядь. Со своей стаминой ты такой маневр хотел сделать, братан. Ты уж меня извини. Бля, только появился слева и теперь справа опять. Landing with 66% accuracy against the ball. Beautiful job with the ankle pick to get him down. Now we'll see where he chooses to go from here. Got the ankle pick. Let's see how he advances from this position. Well, you got... У него меньше половины стамины. He kicks right under that right elbow. Now goes in and secures the takedown. Would you look at the size of that bruise on his body? His opponent will likely continue to attack. Ну что ты, ягода лысая, блядь. Думал поймать меня здесь. And just like that, back to a standing position. We'll see who has the advantage. And he comes through with a big knee. А, ты устал. Ну, блядь, профессионал, хули. Апперкоты. А теперь Макса пошла игра. Вертушечка, еще одна, блядь. Сейчас мы его распуляем своими копьями. Ну куда ты отличаешься? Вы можете видеть, чувак устал. У него корпуса нету. А вот такая штука. Вот такая. Бам! Еще одна. Бам! Встает и вертушечка въебала. Хорош. Чисто на мужика, блядь. Ну, блядь, это уже глум. Лежать. Лежать, лежать,
Лежа! Красава! Ебать, что творю. Просто глушу ногами корпусы оппонентов. Короче, Макс Холлоуэй классный боец. Вот. Но мне больше нравится в этом весе Конор Макгрегор или вот Волкановский. За Волкановского можно бороться, за Макса бороться нельзя. Вот, как-то так. Поиграл за него. Не самая лучшая форма у меня по разговору сегодня. Реально какой-то усталый. Прям нет сил, друзья. Вы уж меня извините. Но за Макса хотел давно сыграть. И он сейчас бьется, поэтому я с радостью за него сыграл. Ну и очков немножко подобрал. Все, друзья, всех люблю. Не забывайте покупать наши гайды с Денисом и подписываться на мой телеграм-канал. Ссылку на все это оставляю в описании.